А не пора ли нам поставить вопрос про этот забор? Ну, товарищи дорогие, ну мы все знаем про этот блатной хитрый дом за этим забором. Ну, бог с ним, с этим домом. Понятно, что с ним связана очень секретная, таинственная и сложная история. Тем более с его хозяевами сейчас, наверное. Ну, сейчас он там, видно, бесхозный, хотя совсем не обязательно, может быть, там и что-то происходит. Ну, я наблюдаю, в общем-то, окна редко горят. Знатоки наверняка знают, что там происходит, и, как говорится, не нашего ума дело. Да, теперь собственность жилая в городе Иркутске не нашего ума дело, но нашего ума дело хотя бы улицы, по которым мы ходим. Так вот. Товарищи дорогие, не пора ли забор этот позорный убрать, а? Ну, слушайте, вы так заботитесь о комфортной среде, об Иркутской. Вы вкладываете такие огромные деньги там для того, чтобы сделать какие-то деревянные новые скамейки, еще какую-нибудь ерунду. И вот в самом центре города вот такое позорище. Так что вот вам очередной мой наказ, товарищи архитекторы и главные начальники по благоустройству. Извольте-ка, пожалуйста, с этим забором разобраться, а я проверю, как вы справитесь с моим заданием. Убрать этот позор из центра города. Вот эту ограду, забор, не забор, я не знаю, как это называется. Стену, короче говоря. Кирпичную. И замените ее, пожалуйста, на что-то приличное. Вы же сами так сильно заботитесь, чтобы ваши тут иностранцы все это все видели, чтобы все это было так это красиво. Иркутск — лучший город земли, столица Сибири, Иркутск — столичный город, мы любим Иркутск и так далее, и так далее. И вот на фоне вот этой позорной стены в центре города, нет, мое поручение вам срочно убрать. Всего доброго. 6 ноября. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция. Да здравствует власть трудящихся советов народных депутатов, настоящих, а не капиталистов. Да, долой буржуев капиталистов, фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам, тюрьмы тюремщикам, деньги банкирам, здоровья мне.